Arbat. Thank you.
Was schaffst du? 3 Punkte. Ростов. Музей Мали. Новый Успенский собор в Ярославле.
нас тяжело понять. Это Волга. Ширина 0,5 километра. Да, и по кладице, и дол, да, дана его с головой, мы устроим состязание. Со спиннингом. Удачи! Что это такое? Это что, иностранные сети? Суздаль. Это вопрос скорее к ним, да. Ну, я не знаю, мне там столько говорят, что... Все так говорят?
церковь Нерли. Дел теб. Пассаж. Саша, сколько стоит ночь здесь? 6 840. 6 800. Значит, если мне 4 ночи еще быть здесь, это будет 27 360. Спасибо. Гостиный двор в эпоху императрицы Екатерины Великой. Тогда же, кстати, было построено вот это здание справа впереди, серого цвета. Работа архитектора Соколова. Императорские коней украшают опоры, устои моста. При въезде на мост располагаются 4 сцены, представляют единый сюжет «Укрощение скакуна» слева. Но большой драматический БТТ. Более 30 лет труппу этого театра возглавлял великий режиссер Георгий... Вот так вот, да?
Давай я тебя сфотографирую. Петергоф. Направо от него уходит итальянская улица. 1881 года в цели было брошено две бомбы. Пушкин вернулся с Черной речки после дуэли с Дантесом со смертельным ранением. На квартиру были приглашены Исли над водами, темно-зелеными садами ее покрылись острова. Таким был порт города. Стрелка называет восточную часть самого большого на карте города. Но и низкие будут на нашем пути мосты. В Неве будут волны. Центральный военно-морской музей. Набережная, которая берет начало от Сенатской площади. Справа. На площади здание желтого цвета с белыми колоннами, построено в начале 19 века по проекту Конституционный суд Российской Федерации, президентская библиотека, ржавые львы. Возле арок постамент, на постаментах старинные якоря. Впереди справа еще тоже близ летнего сада. Дворцовая площадь, дворцовый проезд и дворцовые набережные украсил императорский
зимний дворец, творение Франческо Бартоломео Растрелли, жемчужина барочного стиля. Вот привезти в Петербург, который стал столицей Российской империи. Бог вина. Так, 那就是从这里开始。